Всем доброго времени суток, с вами Salter47, и это мой очередной видеоурок по флиппингу. В этот раз мы поговорим о небольшом комбо под названием Kiss Goodbye. Выглядит оно следующим образом. Kiss Goodbye — это комбо, относящееся к элементам флиппинга среднего уровня сложности. Перед началом его изучения рекомендую ознакомиться с твёрлом и фулл-твёрлом. Перейдем к выполнению Kiss Goodbye. Держим нож прямым хватом за безопасную рукоять большим и средним пальцами. То есть используем стартовое положение твёрла. Выполняем первые шаги твёрла, остановив нож вот в таком положении. Отсюда, поддев безопасную рукоять большим пальцем, аналогично твёрлу, закидываем на него опасную рукоять. Затем ставим на безопасную рукоять средний палец и делаем рикошет ножа на него. Убираем с безопасной рукояти указательный палец и, скинув нож вниз, возвращаем его уже на другую сторону рукояти. Далее убираем с безопасной рукояти большой палец и переводим нож в вот такое положение, небольшим махом от себя. Отсюда выполняем full twirl, остановив нож в вот таком положении. Затем, потянув безымянный палец на себя, а средний от себя, скидываем нож вниз. После этого сразу же убираем средний палец и перехватываем безопасную рукоять мизинцем. Далее махом закидываем опасную рукоять на безымянный палец. Отсюда начинаем тянуть безымянный на себя, мизинец от себя, тем самым скидывая нож вниз. Вот такое положение. Сразу же меняем мизинец на средний обратно и закидываем клинок обухом на средний палец. Далее убираем с безопасной рукояти безымянный и ставим на нее указательный палец, примерно вот так. Отсюда делаем индекс ролл, закрыв нож в обратном хвате за опасную рукоять. Вот и весь элемент.